Время платить налоги. Инспекция уже начала рассылать налоговые уведомления. Их направляют заказным письмом или выгружают в личном кабинете налогоплательщика. Также уведомления можно получить в операционном зале инспекции или в МФЦ. Налоговое уведомление не направляется налогоплательщикам в следующих случаях, когда сумма налога составляет менее 100 рублей, а также при наличии льгот налогового вычета, которые полностью освобождают владельца объекта налогообложения от уплаты налога. С 1 января для каждого налогоплательщика открыт единый налоговый счет. Теперь оплачивать все налоги физлица могут единым платежом. Это означает, что все налоги оплачиваются по одним и тем же реквизитам. Далее сумма единого платежа распределяется на конкретные виды налогов. Сотрудники инспекции обращают внимание, что получатель в квитанции на уплату имущественных налогов казначейства РФ по Тульской области. Оплатить налоги необходимо до 1 декабря. Оплатить налоги можно в личном кабинете налогоплательщика. На сайте ФНС России в сервисе «Уплата налогов и пошлин», на портале государственных услуг, также через платежные терминалы, банки, отделение почтовой связи. За несвоевременную оплату предусмотрены пени 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки. Если вы не оплачиваете налоги и штрафы в течение 3 месяца, налоговый орган обратится в суд с требованием о принудительном взыскании. Лидия Шулаева, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.